OMTV.ua про головне. За Белгород, Донбас и Кракос! Берем США в фокус! Наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки! На Вашингтон! На Вашингтон! Наша цель прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022. Это попытка ее прекратить. Говоря о том, почему я считаю Яндекс конченными подонками, набираю Гордон, Дмитрий Гордон, украинский журналист. Набираю Владимир Соловьев, российский пропагандист. Ну а что ты? Твари вы конченые. Конченые вы твари в Яндексе. Вот что было понятно. Твари. Версия, которая сейчас, ну, видимо, ждет подтверждения, те самые британские крылатые ракеты с дальностью до 290 километров. Вот. Мы вчера, в принципе, про это говорили, и я тоже риторически спрашивал, ну и как Россия должна на это реагировать? То есть, ну вот, я уж не знаю, кто там, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Кремль, он что ждет-то? Да он просто не может что сделать себе. В случае перехода красных линий мы нанесем удар по центру принятия решений. И возникает вопрос, если действительно исполнится эта угроза, а не получится ли так, что этот удар придется в соседний кабинет, где принимаются эти решения? Давайте будем честны, без ханжества. Нет ни инструментов, ни воли для этого. Возможно, есть какие-то решения у спецслужб. Вот. У нас все-таки неплохие спецслужбы. Да? Есть решения, варианты асимметричных ответов, от которых они просто взвоют. Но нет ни желания, ни силы. Ведь самое главное – это не ответить, а взять на себя ответственность. Да. За этот ответ. Извините за тавтологию. И ответственность за последствия. Против нас весь мир. 122 страны проголосовало за признание нас агрессором. Где наши дипломаты? Где наше Министерство иностранных дел? Какие это дипломаты? Это щенки обоссанные. Обоссанные щенки. Последствия могут быть тяжелыми. Но мы, ты понимаешь, это кровавое колесо, крутящееся, иначе не остановим. Оно у нас размажет, оно прокатится по всей стране. Здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России. Понятно, что это огромный вызов для нашей страны. Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши доброжелатели в кавычках пререкают, отступать на десятилетия назад. Конечно, нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения. Горстка больных на всю голову изуверов, состоящая из политических недоносков из КГБ, ФСБ, взорвавшихся нацменов, сатанинствующих попов, доконала российский народ, источавшая вонь недовольства пропагандистские Z-элементы вроде Гиркина, наконец добились своего. Безумие возведено в норму. Россия пошла в тотальный разнос. Проблема, да, русских в том, что они вообще существуют. Существуют. Да, вот и поэтому не существовали бы и не было бы никаких проблем. На дохлой кобыле фейковых референдумов и запущенном процессе внутренней хаотизации силы тьмы из партии войны рвутся в Кремль. Создаются идеальные условия для трансфера и сноса Путина. Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Одна за другой схлопываются все несущие конструкции режима. Совсем исчез из поля зрения сдувшийся силовой гигант Шойгу. А вслед за ним тонет в проклятиях «вторая армия мира». В кавычках «вторая». Специальная военная операция, я считаю, входит в новую стадию. Заметьте, украинцев уже не хватает. То есть ясно, что сейчас мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО. Мы сейчас будем перемалывать и военную машину НАТО,
и, извините, так получится граждан тех стран, которые являются гражданами стран НАТО. Оптимизма не придают истории с раздачей ржавых калашей или с мобилизацией инвалидов. А подскажите, пожалуйста, что мне делать, если мне выдали повестку? Направляться в военкомат. Так а зачем? Я не хочу умирать на Украине. Но это обязанность всех граждан Российской Федерации. Позерство думского новобранца Милонова вообще как харакири власти кремлевских убийц. Эпоха айфонно-соевых куколдов проходит. Профессиональные бойцы Шойгу уже удобрили украинские черноземы. А пополнение ущербно чуть менее, чем полностью. Это война не с Украиной. Это, по сути дела, решение вопроса жизни и смерти для нашей страны. Это экзистенциальный наш выбор, понимаете? Либо мы, либо они. Цена войны простая. Да, цена Если войны... мы не побеждаем, то будут концлагеря в России. Да? И куда этом... нас будут погружать. Да, и их задача уничтожить Россию. Рангерович это сказал. И, мне это... и его переврали еще вдобавок. Нет, и мне... Нет, мне говорили люди с той стороны. Мы тебя посадим? Ну, да, и тебя, кстати, посадят. И надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Ну... Надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете? Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Вот даже когда фронт стоит, идут постоянные артобстрелы. Мы теряем самых боеспособных ребят. Потерь в вооруженных силах России нет. И их надо восполнять. Контрактники. Что? Контрактники. Есть же агитация за контракт, да. Но надо все делать более эффективно, быстрее, мне кажется, понимаете? И еще раз говорю, у нас есть колоссальный резерв в нашей стране, который мог бы помочь нам избежать второй волны мобилизации. Это добровольцы. Потому что у них должен быть ответ на вопрос, который им рано или поздно внуки зададут. Дед, а чем ты был занят тогда, в 22-23 году? Ты сидел... Сигары курил там или, не знаю, там... На Верхний Ларс ехал. Да, или на Верхний Ларс ехал, или ты родину защищал. Все равно придется каждому мужчине в нашей стране ответить на этот вопрос. Где ты был тогда, когда твоей стране было очень тяжело? И мужчины, с которыми я воюю, а это мужчины, у которых есть ответ на этот вопрос. Слава России! Издержки на армию забитой черни выше, чем профит от нее. ФСБ также поломалась, ведь не способна отслеживать поток бегущих за рубеж российских мужиков. Удрали уже около 300 тысяч, а в бегах еще несколько миллионов. Сотнями миллионов. Если есть такие, которые там имеют позвонковые грыжи, пластины в голове и так далее, насколько он мне сказал пока, это категория В по медицине. Это значит, вы призываетесь во время мобилизации, все равно подлежите ей. Будете стрелять, наблюдателем вас поставить специально, зрение тренировать, ночное особенно. Глаза фосфором обмажете и будете наблюдать. На очереди патриоты войны из зомбоящика, а также попы-провокаторы. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Ну, мы никому ничего плохого не делали. Мы ни на кого не нападали, в отличие от Соединенных Штатов Америки. Кромешный ад. Всепожирающая гиена. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Цель нанести нашей стране поражение Байден не снимает. Мир по-американски – это слабая, униженная Россия. Байден подчеркнул, что Запад не имеет морального права допустить поражение Украины, поскольку это, по его словам, будет означать угрозу для всех стран, граничащих с Россией и Белоруссией. К югу от Крыма, причем сутки напролет, висят американские беспилотники-разведчики RQ-4 Global Hawk. Чем они там занимаются – секрет Полишинеля. А значит, их уничтожение – это
вопрос нашей национальной безопасности на вопрос, а что произойдет, если российский истребитель будет сбит западным оружием в российском воздушном пространстве, председатель Комитета обороны Бундестага Германии Мария Агнес Штрак-Циммерман ответила так. Это означает только одно. У России будет на один самолет меньше.